Спонсор рубрики «Утро со вкусом» – ресторан «Бар и гриль Эль Фуэго», Первомайская, 22. Доброе утро! Каждый из нас рано или поздно начинает заботиться о собственном здоровье. Сегодня мы будем с вами готовить фитнес-смузи. Для этого нам понадобится груша, киви, огурец. С него кожуру снимать не нужно, просто режем помельче. Также нам понадобится имбирь. Можно взять небольшой кусочек имбиря и снять с него всю кожуру. Она достаточно плотная. И также порезать. Тут желательно, чем меньше, тем лучше. Для сладости можно добавить пару ложек меда. Немного зелени. И перемешиваем блендером. Наш смузи готов.